Всем привет, с вами Умка, и сегодня мы вместе с вами будем играть в The Cursed Tile. Вчера вечером вышло обновление, но не могу сказать, что оно было большим, оно было небольшим, но тем не менее люди очень сильно просили меня это обновление снять, хотя ютуберы другие уже давно его сняли, и на ютубе такого контента много, но тем не менее я записываю этот ролик, сейчас мы с вами все посмотрим там. Кое-что мне понравилось сначала, потом не разонравилось, кое-что совсем понравилось и до сих пор нравится. Ну, в общем, вот. Играть мы будем на трайке, хотя, в принципе, нет, на трайке мы не будем играть, мы будем играть на каком-нибудь хищнике. А хищник у нас, наверное, а вообще, что у нас по заданиям? Пахи, Дейна, Анкила. Давайте за Дейнониха поиграем, мы давно за него как раз-таки не играли. За Дейнониха 15 минут. Играть мы будем на первом сервере. В общем, начинаем мы отсюда. И что хочу вам рассказать про обновление. Ну, во-первых, что добавили? Добавили вот такую вот маленькую панельку роста, где показаны все ваши статистики. Статусы, там голод, вода, комфорт, шанс кровотечения, шанс перелома, голод, обезвоживание. Какой вы взрослый, маленький, не маленький. Что еще? И характеристики и травмы. То есть у вас теперь есть такая небольшая табличка с вашим, с информацией того, как вы себя вообще в игре чувствуете и кто вы на самом деле и какой вы рост. Дальше, что еще добавили? Добавили вот нюх. Вот смотрите, вот он нюх. Нюх, минус этого нюха только в том, что видны все динозавры, которые за километр. Вот видите, если они сейчас понюхают меня, они меня увидят. Избежать я от них не смогу. Это большой минус. Я не знаю, может в этом есть какой-то скрытый смысл, который потом нам появится и будет эта фигня очень полезна. Но сейчас она катастрофически неудобна. Я вчера играла за Дилку ночью. И меня поймали только потому, что я не смогла убежать и спрятаться. Меня нашел Дейнониха, закрутил и просто убил мою 50% дилку. Поэтому как раз-таки запаху. У травоядных все не так, у травоядных только трава нюхается. Да, это очень красиво, да, это выглядит очень достойно, но мне кажется, что нюх самих динозавров, это уже был как бы лишний, как бы перебор. Ну, я не знаю, может быть, разработчик это уберет, а может быть, в этом будет скрытый смысл, который мы потом увидим, потом как-нибудь. Так что вот. Что еще? На карту, кстати, были добавлены новые вот такие вот декорации. Вот они. Это маленькие, это кости, они есть почти на всех этих пустынях, ну то есть в голых местах, вот на D, на F, на E, там много такого я видела вчера, играла. И вот, мне очень сильно понравилась эта декорация, я скидывала в телеграм-канал скриншоты, скидывала в ВК-группу, кто не подписан, подпишитесь, все там будет. Вот, ну по поводу вот этой вот статистики, вот этого вот окошка маленького мини, это очень прям удобно, потому что вам не придется открывать там, прятаться, чтобы все, ну, чтобы посмотреть ваши статистики, вам вот так вот видно, и оно прозрачное, и вы видите там, кто бежит, кто не бежит. По поводу нюха, это, конечно, было лишнее, и меня сейчас саркозух, походу, это сожрет, да. Что еще могу сказать? Была карта чуть-чуть подправлена. Ну, то есть на карте теперь у некоторых слабых телефонов не так сильно лагает. Вот, поэтому я могу спокойненько пока поиграть. Какое-то время я могу спокойно играть, у меня лагать не будет.
Ну, хотя я накаркала, как всегда, мне лагает. Да. Так что вот такие дела. В целом обновление неплохое. Очень даже хорошее. Разработчик, конечно, молодец. Сказать нечего. Но вот убрать бы ему нюх от динозавра было бы вообще шикарно. Цены бы ему не было. Чтобы динозавра я не чувствовала, мясо чувствовала, а динозавра не чувствовала. Такие вот иконочки очень красивые. Статистика, она давно ее давно просили. Там еще подрисовать на ремодельных динозавров. Там, ну, чтобы дайноник, просто посмотрите, я дайноник, а рисунок у меня Рекса. Да? Да. Рисунок у меня Рекса. И как бы, ну, это не совсем приятно, не совсем удобно, как бы, так что вот. Ну что ж, ребят, вот такое вот мини-мини обновление. Надеюсь, вам понравилось. Вы поняли, о чем я вообще хочу сказать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Умка. И всем до скорой встречи.